селе Алтын-Булак, который находится в 20 километрах от центра аильного аймака Мырзаке, строится швейный цех на 15 рабочих мест. На данный момент строительные работы выполнены на 80% и в течение 10 дней полностью завершатся. Финансовая поддержка была осуществлена со стороны организации «Арис», а также дополнительно из местной казны. На швейный цех от организации «Арис» было выделено 7 миллионов сомов, а из местного бюджета был предусмотрен 1 миллион сомов. В начале года было привезено оборудование на 1,5 миллиона сомов. Всего, получается, расходуется около 9 миллионов сомов на данный швейный цех. Когда новый швейный цех будет сдан в эксплуатацию, местные жители будут обеспечены работой. А также в селе Алтын-Булак в этом году заасфальтировали и отремонтировали 8 километров дороги. Раньше регионы с небольшим населением не имели достаточно средств для улучшения внутренней инфраструктуры. По словам местных жителей, проведение АТР дало хорошие и ощутимые результаты. Нас радует то, что строят и улучшают наши дороги. А также хочу отметить то, какую работу ведет наш президент с главой ГКМБ Камчыбеком Ташиевым. Нас это также радует. У нас были моменты, когда мы не могли ездить по этой дороге на транспорте и ходили пешком. А сейчас вот дороги улучшают, и думаю, еще будет много таких хороших дел. Пусть наша страна расцветает. В этом году отремонтировали и заасфальтировали 3 километра дороги за счет местного бюджета. А также в селе планируют провести чистую воду. Такие новости только радуют нас. По словам местной власти, после проведения АТР появились большие возможности для привлечения инвестиций. Всего за 7 месяцев было инвестировано 564 миллиона сомов. В нашем аильном аймаке на сегодняшний день за счет фонда развития районов реализуются многие проекты. А также до конца года мы планируем привлечь еще инвестиции. Отметим, что в рамках АТР в Узгенском районе было сокращено 7 аильных аймаков. Одним из них являются аильные аймаки Мырзаке и Алтын-Булак. В настоящее время общая численность населения района составляет более 23 тысяч человек. Нагима Бакаева, Уран Адишев, ЛТР, Ошская область.